Это Кама. Тени облаков на лесах видны. Вот сюда мы крутим. Это Заозерье. Вот оно как далеко на том берегу от нас. Если мы будем крутить туда, там у нас Шустовка, залив. Яхт-клуб. Сегодня яхты не плавают. А, так сейчас все закрыто. У нас же это самоизоляция. Кстати, смотри, ни одного корабля, да? Угу. На реке. Там у нас. Так, вот ГЭС у нас видна. Я сама уже ничего не вижу. Солнце слепит. Короче, это ГЭС. Там Пермь. Ну, там, наверное, написано что-то. Ну вот, мы и залезли. Залезли на эту отвесную. Посмотрите, там обвалился берег. И прям сразу вниз. И вот он этот простор. Внизу Бакин показывает, наверное, что тут уже мель. Потом смотрите, какая граница такая вот воды. А там, смотрите, идет пароход. Я даже сама не вижу чего-то. Потому что он очень далеко. Вот он как далеко. Так, а поезд уже прошел. По ГЭС ушел поезд. Там ГЭС, Пермь. А здесь Чусовая. Вот она, Чусовая. Мы поворачиваемся. Два моста, ЖД и авто. Это где мы ехали, вот ЖД мост, а там за ним автомобильный. А раньше там моста не было, мое детство, и мы на пароме пересекали Чусовую. Всем привет с мыса Стрелка, город Пермь. Вот он за мной, самый обрыв. Смотрите, вот я на самом обрыве стою. Но вот эти плиты я уже побоюсь встать. Здесь потому что, глядя на волны, тебя как бы мотает. Кажется, что ты тоже сейчас поплывешь. Северодвинск. И человек. Человек ходит. У него даже название есть какое-нибудь. Там дизель такой-то. А там такое вот обрывище под нами. Елки, они уже в самом низу растут. И вот я хожу по этому бортику. Ну, тут нормальный хлеб, ага.
Ну как тебе эти бычки? Хорошие. Нормальные? Угу. Птичка все поет и поет над нами. Угу. Да. Яхта плывет. Далеко, далеко. А там, где самый мыс, пароходик. Мчится катерок. Чижик. Они специально прошли у мыса. И пошли из Камы в Чусовую. О, ну, до свидания, мыс Стрелка. Может быть, мы сюда к тебе еще приедем.